Итак, всем привет, уважаемые зрители моего канала. Как вы видите, я купил на 1 терабайт M2 накопитель, SSD накопитель Generation 3 X4 PCI Express M2 2280 SSD накопитель. Называется он SP Silicon Power, модель A80. Вот такой вот накопитель. Сейчас я его вот вам покажу со всех сторон. И буду я его сейчас скрывать, а потом установлю его внутрь компьютера. Это тоже я вам покажу, как я устанавливаю. Вот этот вот стикер отрываю отсюда. Стикер отрываю. Вот этот вот. Оторвал и открываю коробку. И открываю коробку. Так, что он тут не открылся? Открылся. Так, и вытаскиваю вот этот вот внутреннюю штуковину, вот эту вот вытаскиваю, и отсюда достаю этот SSD M2 накопитель. Как его тут доставать? Вот так вот. Что-то не хочет он доставаться. А, вот тут еще застрял. Вот все. Вот теперь достал. Вот такой вот SSD M2 накопитель. Видите? С задней стороны два чипа тоже есть. И с передней стороны наклейка. Вот такая вот наклейка. Сейчас буду устанавливать этот SSD M2 накопитель. Гарантия на него 5 лет. Я вам еще добавлю. Так, ну до новых встреч на моем канале. Ставьте ваш королевский лайк. Всем счастливо, всем пока. Вот SSD такой накопитель, 8 сантиметров. Вот отсюда до сюда 8 сантиметров. Итак, мое следующее видео об установке SSD накопителя. Вот этого вот. Вот видите, SSD накопитель. Буду я его устанавливать вот сюда. Вот сюда, под этот радиатор. Для этого мне понадобится вот такая вот отвертка магнитная. И вот такая вот отвертка, чтобы откручивать вот эту вот штуку. Сейчас начинаю откручивать. Открутил. И открутил. Открутил. Так, теперь вынимаю вот эту вот штуку. Видите, вот здесь вот наклейка. Вот синяя. Ее надо удалить, чтобы термопрокладку сделать. Открыть, вернее, а не сделать. Так, теперь откручиваю вот этот вот винт. Вот этот вот. Откручиваю я его.
Так, он не магнитится. Вот так вот я его примагничу. Примагнитил. И теперь, значит, ставлю вот так вот SSD накопитель. Вот так вот. Так, куда там его надо ставить? Вот так вот. Да, поставил. И теперь фиксирую винтиком его. Фиксирую винтиком фиксирующим. Вот так вот я его притараниваю и фиксирую его винтиком. Вот до конца его фиксирую. Сильно его закручивать не надо, ничего с ним не случится. Но чуть-чуть я его закрутил. Теперь вот отсюда удаляю вот эту вот наклейку. Вот эту вот наклейку удаляю. Так, вот тут термопрокладка. Вот. Черная. И ставлю вот так вот. Вот так вот ставлю. Тут прикрутил, теперь перекручиваю вот тут. Так, ну и почти установил. Практически установил. SSD накопитель. Так, установил. Так, ну и последняя затяжка. Вот тут затянул. И вот тут затянул. Все. Накопитель установлен вот под этим вот радиатором. Радиатор этот соприкасается вот с основным, с вот этим вот радиатором, так что он еще охлаждается за счет вот этого радиатора. У этого где-то 40 градусов температура во время работы. А вот этот будет тоже, наверное, до 40, до 45 греться. Так, ну вот так я быстро за 5-6 минут установил этот SSD накопитель. До новых встреч на моем канале. Ставьте ваш королевский лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем goodbye. До новых встреч на моем канале. Всем счастливо и покедова.